Одна из самых живых тем для нашего города на протяжении вот уже нескольких месяцев – реконструкция моста на Новом рынке. Ремонт объекта не затронул разве что пешеходов, а многим жителям, в частности спальных районов, выпала возможность познакомиться с другими улицами города по пути от дома на работу и наоборот. Собственно, поэтому нам так интересно узнать, каким будет мост и как сейчас идут работы. У нас в гостях Николай Данилин, директор подрядной организации. Здравствуйте, Николай Владимирович. Добрый день. И первый, собственно, вопрос. Насколько известно, работы на путепроводе будут идти в 4 этапа. Об этом рассказывали мы и другие СМИ. И мы сейчас вот на каком? Расскажите, что сейчас происходит на объекте? Ну, сейчас мы находимся еще все в рамках первого этапа. Мы разбираем существующие конструкции двух путепроводов, 3- и 8-пролетного. Буквально вот на этой неделе мы завершили полностью работы по переносу коммуникаций, сетей связи, что позволило нам в полном объеме вернуться именно к демонтажным работам. Теперь нас ничего не держит, кроме 3 пролетов, которые располагаются над основными путями РЖД. И работы именно на этом участке мы будем производить в так называемые окна, когда нам РЖД сможет предоставить ограничение движения поездов. То есть сейчас на этапе демонтажа мы все еще. Да. Какие разрушения были обнаружены? Насколько в плачевном состоянии был мост? Ну, мост действительно был в не самом уже хорошем состоянии. Опорная часть имеет следы выкрашивания, выщелачивания, швы деформационные, швы межбалочные. То есть они в ужасном, ну, можно так прямо сказать, состоянии. Это за сколько лет? Ну, у него история там более 50 лет, даже более 60, по-моему. Угу. И ведь изначально, из чего родилась идея реконструкции, да, необходимости реконструкции данного объекта, это то, что от именно железной дороги на протяжении уже, наверное, последних лет 10 поступали сигналы о том, что идет разрушение конструкции и падение на пути элементов даже бетонных конструкций. Поэтому он уже, конечно, свои свойства несущие терял абсолютно. Когда начали разбирать, обнаружили и то, что защитный слой бетона уже выкрашен, то есть арматура оголена, арматура ржавая. И, соответственно, это наложило определенные даже сложности при демонтаже. То есть пришлось учитывать возможность обрушения даже. Ну, потому что мы конструкцию рассекали, ее, скажем, из единой работы всей конструкции поэлементно разбирали. И, соответственно, такие опасения были. Дополнительные меры приходилось принимать. Mm-hmm. Вот, поэтому... То есть в один прекрасный день, точнее, не прекрасный, все могло рухнуть. Ну, на это есть заключение. И ведь у проектировщиков изначально акт был осмотра объекта. То есть из чего родилась вообще необходимость его реконструкции, что он был признан аварийным. Поэтому это не какая-то там эфемерная идея, это документами подкреплено. Вы говорили что-то про технологические окна. Что это такое? Какие виды работ будут происходить в это время? Ну, еще раз повторюсь, у нас 3 пролета. Они располагаются непосредственно над 4 путями РЖД. Это основные пути, которые к станции Барнаул подходят. То есть это весь трафик железнодорожный, основной, который на станцию приходит, он так или иначе по этим путям передвигается. Соответственно, там очень большая интенсивность движения поездов. И работы любые, которые там могут производиться, они возможны только в тот период, когда там движения нет. Соответственно, российские железные дороги, они предоставляют так называемые технологические окна по согласованию. То есть это тот период времени, когда будет полностью блокировано движение на данной дистанции пути. А какое это тогда время? Порядка 3-4 часов. То есть там все индивидуально, но пока мы вот примерно таким диапазоном времени будем располагать. Окна будут предоставляться по различному графику, то есть, возможно, каждый день они будут предоставляться, где-то, возможно, через день будут предоставляться, потому что это все индивидуально, в зависимости от той возможности, как движение поездов будет осуществляться. Сейчас мы находимся в стадии подписание договора по предоставлению окон с Западно-Сибирской железной дорогой. И как только договор будет подписан, мы надеемся, это вот буквально сегодня-завтра, мы, соответственно, сделаем заявку на первое окно. И окна нам будут предоставляться в ночное время. Пока предварительно это с часу ночи до 5 утра. То есть в этот период на данном участке мы можем производить работы. А сейчас вы работаете по какому графику, интересно? А сейчас мы работаем в дневное только время с 8 утра до 8 вечера. Угу.
Пошла речь о изготовлении пространственных каркасов. Вот говорят, что это тоже важный пункт. Что это такое? Просто поясните нашим зрителям. Ну, постараюсь, чтобы было понятно всем, да, даже не специалистам. У нас опорные части переносимой теплосети и опорные части путепровода нового, они выполняются по схеме устройства фундаментов из буронабивных свай. Технология, то есть, из себя представляет следующее. То есть выбуривается скважина в грунте, туда погружается как раз пространственный каркас. То есть, что это из себя представляет? Это такой, если вот визуально посмотреть, это такой длинный столб из арматуры, да, то есть связанная арматура по чертежу, по специальной схеме, то есть из различных видов толщин арматуры, значит, делается. Она погружается в эту скважину и уже заливается бетоном. И получается железобетонная конструкция буронабивной сваи. А для чего это? Ну, железобетон для чего? Ну, то есть, железобетонная конструкция, она от бетона отличается тем, что бетон хорошо работает на сжатие, арматура хорошо работает на растяжение. Поэтому железобетонная конструкция гораздо прочнее, чем нежели просто бетонная конструкция. А почему их важно изготавливать самим, а не заказать, например? Почему их можно и заказать? Но мы, как любая организация, отдаем на сторону, скажем так, заказываем какие-то конструкции или работы, исходя из нескольких критериев. То есть, если мы их не можем сделать сами вообще, если мы их не можем сделать быстро и качественно, если мы их не можем сделать дешево. Поэтому в данном случае мы их, эти конструкции изготавливать можем и умеем, мы их делаем в срок, и для нас это экономически выгоднее, чем отдавать их на сторону для изготовления каким-то иным организациям. Вот, например, металлоконструкции пролетных строений, их могут изготавливать только специализированные крупные заводы, ну, которые специализируются именно на металлоконструкциях, поэтому мы этот заказ разместили в Тюмени, на заводе, и они будут изготавливать там. А пространственные каркасы мы у себя на базе изготавливаем. Угу. Такой вопрос. Вопрос рядового, абсолютно рядового гражданина. Почему нельзя построить мазолета? Ну, потому что есть определенные технологические критерии и процесс производственный. Да? То есть там определенные сроки при заливке, например, бетона, тот период, когда следующий вид конструктива можно на нем выполнять, то есть период схватывания, период освидетельствования работ. К сожалению, мы завязаны на огромное количество было переносов. Вот я почему сказал, что мы даже на полторы недели приостанавливали работу по демонтажу, пока не был закончен перенос всех коммуникаций. А каждый перенос каждой коммуникации – это необходимость согласования с собственником данной сети, да, то есть именно по тому графику, который они предоставляют по переподключению. Пока мы все не переключили, мы не могли доразбирать конструкции. Кроме того, у нас сопутствующий там перенос теплосети. Да? У нас, еще раз заостряю внимание на окна, которые железная дорога будет предоставлять. 3 часа всего в сутки. И нам надо в этот период будет только работа выполнять. Соответственно, если мы, например, демонтаж пролетных строений на той части путепровода, которая не попадала в железную дорогу, скажем, выполнили один пролет за там 2,5 дня мы демонтировали, то вот на тех пролетах, которые у нас с железной дорогой, нам придется их выполнять примерно за неделю, потому что время работы уже у нас не 10 часов, а 3 часа каждый день. Угу. То есть 90, даже 100 днями здесь не обойдешься? Нет, у нас только, чтобы понимание было, у нас более 60 окон запланировано, которые мы будем использовать, да, от железных дорог вот по 3 часа. То есть 60 окон за 60 дней. Угу. Ну а когда же все закончится-то уже? Всем уже интересно. Ну, у нас контрактом срок предусмотрен ноябрь следующего года. Мы пока для себя не видим никаких опасности по срыву сроков, то есть мы идем в графике производства работ. Если ничего сверхординарного не случится, то я думаю, вот к этому сроку мы и объект будем холода вводить. Холода не помешают. 40-градусные морозы, февраль же это суровый. Ну, у нас на самом деле сейчас основная задача, вот осенью мы надеемся, что в октябре по графику придут металлоконструкции, и мы как раз в зимний период начнем их монтаж. То есть, в принципе, ну, 40-градусный мороз, да, помешает, но я не думаю, что у нас прям 3 месяца будут 40-градусные морозы стоять, поэтому я не думаю, что это большие коррективы внесет. Я понимаю, что мы вас, наверное, уже надоели, в частности, тех, кто отвечает за реконструкцию моста. Ну, как это все будет выглядеть? Нарисуйте, расскажите, воодушевите, в конце концов, наших
зрителей? Ну, во-первых, это не ремонт, да, то есть это реконструкция. По сути, мы сносим два старых путепровода и на этом месте строим два совершенно новых объекта, которые никакого отношения к тому, что было до этого, не имеют вообще, кроме их места расположения. То есть у нас было два путепровода, один короткий трехпролетный и большой восьмипролетный. Теперь у нас вместо трехпролетного будет однопролетный, вместо восьмипролетного трехпролетный. По конструктиву вот большой восьмипролетный путепровод был железобетонный, теперь у нас он будет пролетное строение из металла на трехпролетном путепроводе. По ширине у нас было 4 полосы для автомобилей плюс трамвай. Будет 6 полос для автомобилей плюс трамвай и 2 широких тротуара по краям. Современное освещение, то есть вообще современная конструкция, да, то есть, которая, ну, как минимум, надо говорить о том, что если этот мост простоял 60 лет, то, и, соответственно, новый он не меньше, да, прослужит. Поэтому это, ну, как для города, это, конечно, такая вещь, что вот сделали и, ну, потерпели там полтора года, но зато потом это на долгие, как говорится, века, что называется. А для пешеходов тротуар, вот место им, чтобы ходить, сохранится? Да, конечно, я же говорю, с обоих сторон также тротуары широкие будут, все. То есть в этом плане объект, те функциональные, скажем, которые вещи выполнял, он и будет нести дальше. То есть все свои функции сохранит. Движение машин, движение трамваев, движение пешеходов. А сейчас в самом начале можно уже оценить, насколько работы будут сложными? То есть как часто вообще вам приходилось сталкиваться с таким объемом работы, с таким объектом? Ну, объект по финансированию из мостовых, который ДСУ-4 делала, самый большой. Вот. А по объему работ, ну, примерно, наверное, паритетен старому мосту. Мы его сделали тоже в сроке, даже чуть досрочно ввели в эксплуатацию. Поэтому сказать, что технически он какие-то, ну, совсем прям сложности для предприятия создал, нет. В принципе, чего-то иного, чего мы раньше не делали, там таких видов работ нет. Ну, небольшая сложность была вот только, наверное, вот в плане организации очень большого количества субподрядчиков, в плане, вот, я говорю, очень большое количество сетей связи пришлось переносить, теплотрассу мы сейчас переносим, да, то есть, ну, вот это, скажем, сопутствующее, то, что, ну, немножко не наш профиль, но в рамках генерального подряда мы это тоже вещи выполняем. А в остальном все, что касается опорных частей, все, что касается пролетных строений, в принципе, эти работы для сотрудников предприятия, они знакомы, да и по масштабу, я бы не сказал, что они уж такие сильно велики. Николай Владимирович, а вот на сегодня какие работы выполняются на объекте? Прям вот сегодня... Вот в текущий момент. Прямо сегодня мы завершаем устройство вот как раз буронабедных свайв, которые как раз пространственные каркасы будут погружаться на тех опорах, где будет монтироваться перенесенная теплосеть. Продолжаем разборку пролетных строений. На следующей неделе перейдем к разборке уже опорных частей. На базе изготавливаются как раз пространственные каркасы уже для основного путепровода, для опорных частей. Вот. Поставка материалов идет, у нас трубы подходят как раз для подрядчика, который теплосеть будет монтировать. Вот. Ну и вот готовимся к предоставлению технологических окон от РЖД. То есть, ну, в принципе, вот то, что сегодня, это вот так. А сколько человек, сколько техники задействовано на объекте? Техники по-разному. Ну, порядка, вот пока сейчас демонтаж активно будет опять идти, это порядка 10 единиц техники задействовано. Ну, людей порядка 40 человек. Только ДСУ-4 сотрудников работает. И совместно вот еще субподрядчики, это у нас по теплосети, вот по связисты работали. Там суммарно человек до 60 доходило. Но вообще 40 человек, то есть это как бы вот такая штатная всего численность. Всего 40 человек работают на объекте? А там, к сожалению, можно и больше нагнать, но смысла нет. Я еще раз говорю, мы здесь очень ужаты в плане вот, опять же, в окна упираемся, то есть, к сожалению, как бы мы ни форсировались, мы можем очень много работ форсировать, но мы потом все равно войдем в график предоставляемых РЖД окон. И, соответственно, ну, сейчас зачем нагонять людей и делать работы вперед, когда мы те работы все равно растянем в силу предоставления окон, там, например, на месяц, мы и остальные работы в этот месяц параллельно будем вести. Поэтому сейчас нагнаться, все сделать и потом выходить на работу в течение 2-3 месяцев на 3 часа только в ночное время, ну, как-то, наверное, не совсем корректно. Поэтому график такой плавный и выстраиваем.
Но я сейчас говорю, мы идем вот по графику, пока идем все без отставаний, все нормально, все по срокам. Поэтому... Сейчас мост, тем не менее, остается открыт для пешеходов? Нет. Нет, уже закрыт. Вы что, нет, ни в коем случае. То есть, первое время он был открыт. Он был закрыт сразу, но, к сожалению, у нас очень люди, как у нас только железобетонный блок является, да, знаком остановка запрещена. Поэтому, несмотря на все ограничения, ограничивающие, да, установленные знаки, ленты, то есть граждане наши шли, но мы, соответственно, буквально там через несколько дней установили уже забор и отсекли полностью пешеходное движение. Ну и сегодня вы уже не перейдете, то есть конструкции разобраны. Если, например, еще неделю назад, проскользнув на стройплощадку, можно было перейти, то теперь уже не перейдем, потому что конструкции разобраны и связи все теперь между двумя частями Ленинского проспекта по данному объекту нет. То есть единственная пешая доступность – это обход по вот пятипролетному путепроводу. Николай Владимирович, спасибо вам за беседу. Ждем ноября следующего года. Правильно, не ошиблась? Нет, все верно. Когда мост наконец-то будет открыт. А я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин.